представить бойцов восьмого боя. Дамы и господа, в левом от меня, нет, от тебя, в синем углу, город Брянск, Алексеенко Вадим, возраст 18, вес 70, рост 183, спортивные навыки, любит драться. Информация. Провел на стрелке один бой, одержал победу. Красавчик. Аплодисменты. В красном углу. Написано Брянск, но все знают, что это не так. Иваниди Дмитрий Грек. Спортивные навыки. Самбо. Возраст 27, вес 77, рост 168. Одержал одну победу. Тренируется у Алексея Гагарина. Провел на стрелке один бой. Я его, кстати, смотрел. Хорошо, что не Алексей Юрьевич. Не Юрий Алексеев. Вот это настоящий. Прямо из космоса. Итак. Да-да-да. Я уже путаю бой. Пойти на середину. Парни, вы на стрелке. Правила здесь есть, я рассказывал. Вы их соблюдаете. Берете с уважением друг к другу и до конца. Пожали друг другу руки и по углам. Боец готов! Боец готов! Зрение готово! Мы поехали! Капу, ребят, возьмите. Стрелки такое бывает. Да. Было красиво. Ты красавчик, что я тебе могу сказать? Хочу одно сказать, бег сюда будет первым. И не поспоришь, я больше даже ничего не буду спрашивать. Красавчик, победитель Вадим Алексеенко! Это вот. Не видела, да? Ну как, я что ж тут был вроде? Я пьян. Вот так вот бывает. Я думаю, что он через полчаса только. Не факт. Реально не факт. Слушай, там, а вроде главное, с виду главное, такой... чтобы под наблюдением врачей был. Слушай, а Вадим вроде такой с виду, да? Небольшой. Ну, а знаешь... разница в весе всего 7 килограмм. Знаешь? Да, чуть-чуть. Встречный. Это не самый лучший удар. А у нас не самый, не самый, нет, это самый лучший, но не самый приятный. Я обязательно пересмотрю, что было на Ютубе, потому что все наши бои будут. Я думаю, что этот бой наберет столько просмотров, что... Дай бог, как говорится. Бой один просмотр не будет иметь никакой решения. Давай посмотрим вместе, и уже будет два, понимаешь? Если все, кто здесь посмотрит, уже будет 500, и уже классно.